Далеко ты проснулся? Нет, совсем недалеко. Зачем Лё. меня убивать? Ну я хочу ты... Там куча алмазов. И мы продолжаем, дорогие друзья. Да, ура. Я тут 64 алмаза собрал. Ура, у меня... ФБС. Сюда, спарнись ко мне. Я алмазы собираю. Поставили индустриал крафт. Духа. Да, индустриал крафт. У меня 20 алмазов. Там ничего не делать. А, мы делаем два карьера, думаю. А я забыл, как тут настраивать? А, вот опция. Так, я сразу прокачиваю плавку. Вот режим рецепта. Все. Все, если сделал так, так, все так. Так, там кидывать. Так, ого, нам как раз медь нужно. Да, медь собери обязательно. Алмазов у нас 300 так хватит. Ты собираешь медь, я забираю золото. И еще одно. Да, нам золото тоже понадобится. У меня кирки нету, у тебя есть кирка? Деревянная. Серьезно? Я могу пожертвовать вещами, только не хочу. Так, мне надо добыть этот золото. А для этого мне нужна железная кирка. Лёха, дайте мне железную кирку. Ну, камня у меня нету, у меня есть только железо. Так что я железо первый раз в жизни забиваю лаву. Совсем не забиваю. Хорошо, что не алмазы. Вообще охренел, положил. Вот, спасибо. Классный цвет. Я обосрался. Все. Вообще зажрался уже, да? Тут только один алмаз. Чего? Слушай, у меня 300 алмазов, мне вот этого достаточно. Откуда? Я тут по одному нахожу, знаешь. Я нашел кучу золота, иди сюда. Ну, золото. Не, если я чересчур перестарался. Да нормально. Крипер, уйди, мое золото. Петушара! Петушара меня убивают! Это свинец у нас? Нет, алюминий. Алюминий сейчас дальше заменяю. У тебя насколько прокачана эта херня? У меня на... 5. У тебя что насколько прокачано? У... Так, кирка на 2. И печка на 2. У меня печка на 12 и кирка на 7. Так, смотри, алюминий есть, о, есть железо, есть куча уголя, есть лазурит, есть золото, есть алмазы, есть неочищенный кремень, есть. Можно выбираться. Собери медь и пошли отсюда. А, не смогла. Давай, я быстро соберу кучу. Слушай, карт. Мне нужна печка. Опять алмаз нашел. Дай мне алмаз. Алмаз. Дай один алмаз. Зачем? Срочно. Да. Стак камня это 8 печек, да? Не знаю. Нет, да. Ну, собирай стак камня, я соберу сейчас стак камня. И пойдем выбираться на поверхность. Думаю, нам мы будем сначала долго искать место, где будем жить, верно? Возможно. Надо, чтобы была куча воды. Вот поблизости. Лёха, возможно, я даже сегодня же создаду свой канал. Канал? Да. Саня, ну, не это, знаю, этот звук мне что-то говорит, подсказывает, что надо уходить. Лёха, пора уходить, правда.
Так, я сейчас я прокачаю. Я вообще ничего не вижу. Киркун одного. Я из железа такого... опять буду строить лестницу. Кстати, ты сейчас записываешь эти видео? Всё, пойдём отсюда. Ты сейчас записываешь видео? Саня. Саня. Это от тебя. Саня. Да. Ты записываешь сейчас видео? Нет. Ну, окей, у нас два видео на канал. Чё, у тебя нету? Нет, нет, я просто хочу на своём канале выложить. Ну, выложим на два это. Я не могу записывать, ты сам знаешь, какой у меня компьютер. Итак, будем строить дом из железа, да? Нет! Железо оставь, оно нам до седьмого уровня ракеты, ещё ой, сколько надо. Я нашёл место, где мы будем жить. Очень редко я крафтил эту вещь. А зачем? Нет, их не будет. Зачем вопрос? Лёха. Алло. У меня дерево не рубится. Я нашёл место, где мы будем жить. У меня дерево не рубится. Понятно. Саня. Ты как далеко убежал? Чего? Всё. Тебя не слышно. Ой, господи. Да. Зажрался, алмазы выкидываю. В смысле выкидываешь? Не важно. А ну иди сюда. Ну выкинул пару алмазиков. Куда? Ну, пару. Стар. Куда? Лаву. Кстати, это нужно. Саня. Да. Достань твои лаги носить. Ой-ё. Чё ты? У меня столько опыта в жизни не было, я не вижу экрана. Как не вижу? Опытом весь забит. У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь стаков красного камня. Красная пыль, как она называется? Железо, алюминий, олово. Так, после олова. Так, строиться здесь будем. Саня, нашел баг. Думаю, да, я спаунпоинт поставил. Саня, нашел баг. Я знаю. Ват? Саня, это что? Лёха, иди поставь медь. Человечки медленно сделаны. Это поставь медь. На первую плавку медь поставь. Давай, да. А я поставлю камень. У тебя уголь есть? У меня? Откуда? Я тебе там одну печку уголь положил, и всё. Я не молчал, ты молчишь. Так, для начала что мне нужен? Компрессор? Да. А, нет. Производитель микросхем. Два алюминия, рычаг легко, эти легко. Лёха, куча шерсти нужна. Где эти шерсти? Не знаю. Давай строить дом. Давай у каждого свой будет. Ну я согласен. Когда я был не согласен. Лёха, я тебя редко об этом прошу. Очень редко. Убей меня. Я тебя боюсь, ты телепортируешься. Убей меня. Ты не бьёшь. Ты тоже. Сервер завис. Ты меня ударил. А ты меня нет. Эти 4 хп снизу. Ты куда, Саня, ушел? Опять телепортируйся, Саня, ты хватит. Заряжайся давно. Так, где бы мне поставить дом? А? Ладно, поставим здесь дом. И 5 сервер лагает. Ну, Саня, что у тебя за сервер такой? Нет, не мой, это твой. Вообще-то это твой. Блин, Саня, еды нет. Сервер отлагал, да?
Убей меня! О! Да ты идиот, это еда наша была. А я нашел себе еду, не знаю, как ты будешь. Она не бьется! Еда не убивается. Я, короче, поеду. Еда не убивается, ладно. Я поеду. Молодец. Опцы, гуль-гуль-гуль, цып-цып-цып. Кис-кис-кис, овцы. Нет. Но это прогружается карта. За эту. Где овцы? Так. Скрафчу то, что я очень редко в своей жизни крафчу. На 5 серверов нет, окей. Вот. Только на серверах так делаю. Где овцы? Дайте мне овец. Выпадай овцу. Давай помолимся и вдруг нам Бог даст. Лёха. А, ничего, я просто забыл, что-то хотел сказать. Первый раз в жизни в Майнкрафте будет стоить красивый получится. Не знаю, у меня дома красивые никогда не получались, я тебе вот так скажу. Я вернулся на к шахте нашей. Я нашел шахту. Вот когда она нужна была, я ее найти не мог. Когда она не нужна, с легкостью. Саня, думаю, пора заканчивать и начинать следующую серию. Ну сколько она уже снимается? Ну я не знаю, я отрывками снимаю. Ладно, давай. Заканчиваем. Ну, так, всем спасибо за просмотр, ставьте лайк. Стой. И вот наше видео подошло к концу. И давайте под этим роликом наберем. Ну не знаю, хотя бы один лайк, который я сам себе поставлю. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами были Слава Дамир и Азай.